Ребята, всем привет! Итак, рисуем Фредди Дравкил. Намечаю нос. Вот такой нос. Так, тут будет мордочка. Тоже вот такая, она по как бы кругленькая, да, такая. В общем, вот такая мордочка. Тут намечаю один глаз круглый, тут намечаю второй глаз. Довольно-таки большие глаза. Вот так прорисовываю их. Так, тут по центру зрачок. Вот так вот. Сверху брови. Одна бровь, вторая бровь. В общем, получается вот так. Тут, значит, зубы у него. Рисую ряд зубов. Значит, тут намечаю голову. Элемент головы, да, то есть вот так вот примерно. Значит, здесь голова идет вверх, такая она круглая, и сюда. Ну, вот такая вот получается голова. Тут получается нижняя челюсть. Тоже зубы прорисовываю. Рот закрашиваю черным. Вот так вот, раз, нижнюю челюсть, два, сверху колпак, вот так вот, значит, здесь намечаю уши, уши такие кругленькие. Небольшие кругленькие уши. Одно ухо, второе ухо. Вот так вот. Раз, два. Так. Ну и получился такой Фредди, да? Здесь намечаю бабочку. В одну сторону, в другую сторону. В общем, вот такая бабочка. Тут получается, тут как бы туловище, да, значит, здесь животик, вот так вот, раз, два, так, ну и примерно прорисовываю туловище, значит, такие как бы скобы, сшиты на его животе. Вот так вот рисую их. Такие сшитые скобы. Здесь вниз. Здесь вниз. Так. Ну и здесь оно по центру идет сюда. Вот так вот. Так, тут руку нарисую в сторону. Значит, здесь что мы имеем? Здесь такой пояс. Такой пояс. Вот так вот идет. И как бы нижняя часть. Нижняя часть, да? Нижняя часть идет вниз, сюда. Вот так вот. Раз, два, три. Немного уменьшаем. Так, теперь как бы туловище понятно какое, да, получилось. Тут намечаются ноги. Рисую ногу в одну сторону. Так, это закрашу. Тут получается нога рисуется в одну сторону, вот так вот. Раз, нога.
Тут как бы коленная чашечка такая. Вот так вот раз. Нога 2. Вот так вот видно. Сюда. Здесь такой шарик, да, получается. Здесь стопа. Вот так вот раз, два, так, и тут когти на пальцах, такие пальцы и как бы когти. Ну, получается, вот такая нога примерно, да, то есть здесь, не знаю, не претендует. Так, здесь как бы тоже такой кругляшок, как у, здесь разделение. Как я у Бонни рисовал, да, то есть точно так же. Так, намечаю, значит, теперь вторую ногу. Рисую вниз. Здесь такая чашечка. Вот так вот раз. Сюда нога идет. Здесь разделение такое. Тут как бы детали. В общем, вот такие. Ну, примерно вот так вот сделаю. Так, ну это закрасим. Вот это закрасим, по центру закрасим. Там как бы скелет виднеется, что ли, что-то типа этого. В общем, вот такая нога. Раз, два. Так, тут получается вниз. Вот так нога идет. Вниз, сюда. Здесь тоже шарик такой. Одна часть сюда идет. Сюда. Так, и вот здесь получается прорисовываются пальцы с когтями. Ну, то есть примерно вот так вот это выглядит. Вот такая нога получается. Так, ну, неплохо получилось, нормальный такой Фредди. Тут теперь рисуем. Рисуем руки, намечаю руки. Одна рука вниз. Сюда, здесь соединительные элементы. Сюда идет. Так, здесь что мы имеем? Здесь тоже, ну здесь шарик такой, да, то есть здесь. Так, раз. И как бы кисть. Кисть такая тоже достаточно большая, типа как у Бонни. Тоже пальцы такие. Вот. И на концах пальцев какие-то такие обрубки, такие непонятные провода, что ли. В общем, нарисую их вот так вот. Вот такая кисть. Тут как бы какие-то шипы сзади. Так. Одна рука готова, да, теперь можно рисовать вторую руку. Вторую руку просто нарисую в сторону. Тоже вот так вот ее рисую, соединительные элементы. Вниз. Ну, рисую, чтобы она не соприкасалась с ногой, да, потому что будет некрасиво. Здесь такой шарик. Здесь кисть. Тоже аналогично прорисовываю детали. Вот так вот. Получается такая вот как бы рука. Так, здесь что еще дополнительное?
Тут сверху у него провода такие, как бы назад идут. Там такие, там ранец какой-то или газовый баллон, что-то типа такого, типа того. Вот так нарисую. Так, ну и вот эту часть надо закрасить, наверное, газовый баллон, чтобы был черный. Вот, а провода потом, трубы вот эти нарисую все-таки в этим самым, как его, серым, да? Ну, так примерно вот так получается. Так. Уменьшаем, чтобы поместился. Он поместился. В общем, получился вот такой DraftKill Freddy, крутой. Теперь его нужно раскрасить. Так, берем, значит, карандаш, ну и раскрашиваем.